сегодня в программе «Взрослым о взрослых» с Михаилом Лобковским будем говорить про общение с противоположным полом. Сейчас вопрос первый. Алекса. Михаил, я вас обожаю. Как вы думаете, возможно ли встретить взаимную любовь с мужчиной, если до 30 лет ее не было? Я одиночка, родители в разводе. С отцом все не гладко. Мужчин не понимаю. То есть вообще у Алекса не было мужчин, что ли? Ну, как она пишет? Взаимной любви, видимо, не было. А без любви были какие-то контакты с мужчиной? Ну, этого я не знаю. Это Алексе виднее. Слушайте, а Алексе 30, да? Ну, видимо, или больше. А там она что пишет? До 30 не было, она до пишет. До 30. Ну, видимо, 30. Но возьмем самый тяжелый случай. Алексе не было мужчин, она девственница. Что хочется на это сказать? Бернард Шоу потерял девственность 36 лет, а прожил почти до 100. И все у нее было хорошо. Может быть, если у Алекса так все плохо, то после 30 ей повезет. Вообще человек может любить энное количество раз в жизни. То есть не бывает такого, что человек мог любить один раз в жизни. Бывает, что ни разу, но не потому, что он никого не встретил, как многие говорят. Нет, конечно, если он всю жизнь провел на необитаемой подводной лодке и там же умер, то, может быть, действительно никого не встретил. А в реальной жизни нет... Знаете, есть у психологов такой, понимаете, запрос. Нет запроса, нет потребности в любви. Вот если у человека нет такой потребности, он может никого не любить, потому что ему самому это не надо. Такое бывает. Подождите, то есть можно любить либо много раз в жизни, не либо, несколько... а просто. Любить можно больше одного раза в жизни. Больше, да. Одного, не любить вообще, а любить один раз и навсегда. Так вот. Если повезло, то бывает такое тоже один раз навсегда. Просто многие люди считают, у которых несчастная любовь была, что все было и больше не будет. Нет, человек такое живучее существо, что может быть не один раз, я это хотел сказать. А еще я хотел сказать, что есть люди, которые не любят вообще в жизни ни разу, потому что у них нет такой потребности. То есть у них нет желания любить. Это сложная, конечно, психологическая проблема, но люди, которые не испытывают такой потребности, естественно, любить и не будут. А что делать вот Алексей с тем, что она не понимает мужчин? Это все, видимо, из детства. Потому что с отцом все не гладко, родители... Ну, родители, да, в разводе. Ну, что значит, не понимая мужчин, это общая фраза. Алекса живет с мужчинами, работает с мужчинами, ходила в школу с мужчинами. То есть Алекса с рождения мужчин ты видела в качестве детей, сверстников, взрослых, отца своего и так далее. Поэтому как-то она их понимает, как-то она с ними, даже приходя в магазин, и разговаривая с продавцом мужчиной, она может их как-то понимать, да? А вот я не знаю, что Алекса имеет в виду, там, их эмоции, их чувства, их психологию, да? Но надо больше общаться, это с опытом приходит, больше будет понимать. Яна, Михаил, я несколько лет уже одна и хочу понять, в чем проблема. Я общаюсь, хожу на свидание, но молодые люди не вызывают у меня ответных чувств. Я им нравлюсь, а мне крайне редко нравится. И, увы, часто люди заняты. Что не так? Ведь я не хочу так и быть одну всю свою молодость. Мне уже 29, а встречаться на силу из себя не хочу. Уже пробовала. Ты знаешь, похожий сюжет мы с тобой обсуждали много-много программ назад. Так ведут себя люди, которые боятся отношений. Их обычно все не устраивают. Я как бы всем нравлюсь, а мне никто не нравится. Значит, настолько не готов к отношениям, что я заранее обесцениваю всякую возможность иметь с кем-то отношения. Это от страха. А если человеку наоборот, очень много кто нравится, а выбрать он не может? Но это не тот случай. Это не тот. Нет, слушай, нравится. Нравится... Но как в английском языке, есть love и есть like. Это разные глаголы. Нравится, но мне тоже много кто нравится. Но ты знаешь, я всех люблю, правильно? Любим-то мы кого-то одного. Это разные вещи. Поэтому из нравящихся выбрать действительно трудно. А из кого любишь, вообще проблемы никакой. Но лайк обычно перерастает в лав, или не перерастает? Нет, ну когда много у тебя, дальше мне все нравится. Ну, в принципе, если ты к людям хорошо относишься, они тебе действительно нравятся. И чем ты к ним лучше относишься, тем больше людей тебе нравится. Но это же не про такую любовь, о которой нам пишут, правильно? Угу. Ну и как поступить, что посоветуете Яне? Нет, она не спрашивает, как поступить, она спрашивает, что не так. Я думаю, что не так, и она боится отношений. Она пишет: я им нравлюсь, а мне крайне редко нравится. И дальше еще любопытная деталь.
И, увы, часто люди заняты. То есть, типа, он мне нравится, но он занят. Это тоже такая интересная психологическая фишка. Я хочу того, чего нету. Ну, то, что я не могу получить. Именно поэтому мне нравится, потому что это не мое. То есть Яне, конечно, надо немного голову поставить на место. Хорошо. Екатерина, добрый вечер, Михаил. Можно ли психологическими практиками взрастить в себе физическую любовь к мужчине? Платоническая любовь к нему присутствует. По какой причине бывает либо только платоническая, либо только физическая любовь к противоположному полу? Я бы не стал даже на это тратить время и деньги. Сначала, когда начала этот вопрос зачитывать, я думал, что у Екатерины проблема, что она вообще мужчин, ну, не воспринимает, да? Я думал, сейчас вот как бы я там не люблю мужчин, можно ли взрастить? Я бы ответил, не взрастить можно, а преодолеть нелюбовь можно. То есть какая-то психотравма, из-за которой, да, ты там боишься, тебя насиловали, и ты теперь их ненавидишь. Эту проблему можно решить. Но здесь другая история. А Екатерина говорит о мужчине, о каком-то конкретном. А зачем взращивать к нему любовь физическую? Странная идея. Ну, не твой мужчина и весь разговор. Я уже объяснял, откуда берется физическая привлекательность человека, да? От того, что он цепляет в тебе какие-то бессознательные, а очень, как правило, детские струны, которых ты не понимаешь. Физическое. А? Физическое. Я тебе, знаешь, скажу, мы, друзья мои, перед программой, мне Кира говорит, Михаил, я от вас не отстану, мы обязательно будем делать передачи про секс. Вот я тебе могу не то, чтобы прям все карты раскрыть, но одну могу приоткрыть. Во время оргазма человек концентрируется очень часто на каком-то участке тела партнера. Я понятно объясняю? Да. А глаза, ноги, задница, живот, грудь, руки, это может быть что угодно. Даже в этом сказывается, что его что-то цепляет, мы не понимаем, что это такое. То есть, если он там не с закрытыми глазами это делает, а с открытыми, то он конкретно вот что-то его возбуждает, понимаешь? Какая-то вот такая вот деталь. Что это такое, Кира? Как ты думаешь? Не знаю, страсть какая-то. Почему вот ты именно, вот тебя особенно возбуждает вот этот вот кусок? Интересно, правда? Да, но я не могу это объяснить. Это никто не может объяснить, это же бессознательно проходит. Потому что это вызывает какие-то ассоциации у тебя с чем-то. Нет, наверное, если ты будешь там 10 лет ходить к психологу, то на 11-й год, может, ты вспомнишь, что это такое. Но это любопытно, да, момент? То есть ты... На чем-то ты, вот что-то тебя цепляет, на чем-то ты зацикливаешься, это тебя возбуждает. Вот это и должно присутствовать. А у Екатерининова... Платоническая любовь же тоже. А? Платоническая любовь тоже, это тоже... Слушай, платоническая любовь, это, ну, это нет, вообще, что ж платоническая? Ей 26 лет. Мне платоническая любовь уже в 6 классе закончилась. Нет, речь вот о чем идет, что мы можем быть друзьями, да? Я тоже люблю своих друзей, но я их не хочу. Ни мужчин, ни женщин. У меня есть и мужчина-друзья, и женщина-друзья. Я не хочу с ними сексом заниматься. А платонически я их вообще обожаю. То есть я скучаю без них. Обычный набор, да, мне приятно, когда мы общаемся. Я люблю проводить с ними время. И дальше что? Эрекция мне от этого не наступает. Это разные вещи. Я говорю о том, что Екатерина спрашивает, можно ли взрастить в себе физическое влечение к человеку? А смысл? Это он не твой человек. Вот он тебя не цепляет этим. И в нем нет этого, что тебя должно цеплять. Но он не может этого, у него это не вырастет, понимаешь? А может быть, по этой причине мужчины часто представляют себе других женщин, женщины фантазируют насчет других мужчин и так далее. И опять, представляя себе других женщин, они себе не целиком картинку представляют, а вот такой фрагмент. Для возбуждения. Любопытно. Кстати, женщина здесь гораздо больше имеет фантазии, чем мужчина. Хорошо. Так, поедем дальше. Костя. Жена 20 лет, хорошие дети, всегда на моей стороне. А жена всегда против, унижает меня часто при детях, любит скандалить, придирается. Разговариваем, понимает вроде, извиняется, потом срывается опять. Также и в присутствии ее родственников, всегда демонстрирует то, что главнее меня. Критика в мою сторону постоянная, хуже всего, когда она с тещей против меня объединяются. Я не пью, не курю, механик. Развод...
непонятно. Даже, наверное, не рассматриваем. Но очень хочу изменить наши отношения в какое-то положительное русло. Как заставить ее себя уважать? А почему ты не дочитала, был бы благодарен за совет? Буду благодарен за совет. Все тут благодарны. Во-первых, вот я сейчас читаю, очень смешно получается. Нет, Косте хочется помочь. Но думаю, что то, что он меня просит, это не то, что я могу ему предложить. Вот смотри, первое. Пишет, хочу изменить наши отношения в какое-то положительное русло. Ты думаешь, какое положительное русло он хочет? А следующее предложение раскрывает первое, да? Заставить ее себя уважать. В этом смысле положительное русло. Костя не может этого сделать. Костя же жалуется. Костя жертва. Костя жалуется, и поэтому жена оказывается сильнее Костя. Поэтому ведет себя таким образом. Это классические невротические отношения. Обрати внимание, люди 20 лет в браке. Если Костя 20 лет в браке, его 20 лет унижают, то Костя просто счастливый человек. Он купается в своем неврозе, понимаешь? Это мы говорили, я сейчас не буду глубоко копать. То есть вот все, что Костя сделал, он поделился счастьем. Он решил в программу написать письмо о том, как он вообще классно живет. Ты смотришь на меня и думаешь, Михаил, вы что, издеваетесь, что ли? Нет. А зачем он 20 лет тогда живет, Кира? Потому что девушка, которая с тремя детьми на улице боится выйти. Может, любит. Конечно, любит. Вот такое фиговое лето. Вот так он любит. Понимаешь, в чем дело? Я об этом много раз рассказывал. Это и есть невротические чувства, невротические отношения. Костя 100% устраивает его жена, его унижение. Иначе он 20 лет бы точно не придержался. А что тогда заставляет его написать на передачу и спросить? Ну как, он же должен как-то выплеснуть, что ли, свои эмоции. Ну, с друзьями за кружкой пива. И в передачу тоже. Почему друзьями ограничиваться? Теперь вопрос, а как это, почему он так живет странно 20 лет? Его же никто не держит, правильно? Дверь-то открыта. Костя, скорее всего, привык достаточно, наверное, стервозной маме, которая с ним так же обращалась. И жена для него... Тот человек, который вызывает вот эти детские чувства, это он и ей любит. Мало жена, там еще и теща есть, которая, так сказать, подбрасывает по линии в огонь. И Костя жалуется, но если вдруг, не дай бог, Костина жена, завтра, как он мечтает, начнет его уважать, он тут же побежит искать себе другую. Я 115 раз рассказываю, чтобы решать такие проблемы, надо не с женой разбираться, а со своей головой, со своим неврозом. Жена здесь вообще ни при чем. Жена ведет себя как хочет, это ее право, да? То, что Костя с ней живет 20 лет, говорит только об одном. Значит, его это устраивает. Поехали дальше. Стелла. Была замужем несколько раз. Каждый раз отношения заканчивались по разным причинам, закономерности нет. Сейчас уже много лет развлекаюсь в сайтах знакомств. Даже были некоторые значительные около года отношения. Замечаю, что с каждым разом я становлюсь все менее откровенно. Мне кажется, это защитная реакция. Не хочется раскрываться перед новым человеком снова и снова. Что же мне делать? Ну, реакция действительно защитная, потому что если вы бродите в соцсетях, то речь идет о... десятках или сотнях знакомств. Кира, ну замучаешься перед собой раскрываться. Но в реальной жизни, да, ты же не знакомишься 3 раза в сутки, правильно? Каждый день, 7 дней в неделю. Вообще не знакомилась. Нет. Ну ладно. Я вообще никогда не знакомилась? Нет. Кира, не пугай меня. Нет, но знакомилась, ну. Ну, знакомилась. Как-то тут не целенаправленно. Ну, понятно. Но даже если ты целенаправленно будешь знакомиться, ну, будешь в клуб ходить, да? Но ты будешь в него ходить 2 раза в неделю. Ну, 3 максимум. Ты же не будешь жить в клубе, правильно? А здесь соцсеть. Что такое соцсеть? Это ты можешь знакомиться 24 часа в сутки. Ты можешь за день познакомиться с 5, с 10 мужчинами, сколько хочешь. Понятно, что так как это ненормальная ситуация, то человек, естественно, через какое-то время начинает закрываться. Потому что он не может, это же не театр юного зрителя. Он каждый раз на сцену выходит. Вот. Нет, он постепенно понимает, что это какая-то такая тоже невротическая достаточно игра и так далее. Теперь Стелла спрашивает, что ей делать. Значит, в чем проблема? Стелла пишет, а каждый раз отношения заканчивались по разным причинам, закономерности нет. Вот это и есть Стеллина проблема. Закономерность есть. Стелла ее не видит и не понимает. И кажется, что все время по-разному, на самом деле, конечно же, одинаково. И для того, чтобы эту проблему решить, надо понять, почему у Стеллы отношения вообще не складываются с мужчинами. Мы не всегда видим закономерности. Вот если у нас были
ну, романы какие-то, да, то мы считаем, что нам с партнером не повезло. Почему? Ну, вот этот такой, этот вот такой, этот вот такой. Ну, например, этот был агрессивный, орал на меня, руку на меня поднимал. Этот мне постоянно врал и изменял. А этот вообще не мужик, не брал на себя ответственность. И этот вообще импотент. И кажется, стелишь, они реально все разные. Найди только нормально, все будет нормально. Нет, у них у всех есть то общее, из-за чего Стелла не могла с ними жить. Это надо найти. Тогда будет понятно, как говорил Михаил Сергеевич, где собака порыта. Поехали дальше. Так, Ирина. Первое время после свадьбы муж помогал по дому, готовил ужин. Если приходила позже него с работы, таскал тяжести, платил в кафе и так далее. Чувствовала себя женщиной, о которой любимый человек заботится. Через несколько лет картина кардинально изменилась. Забота обо мне сошла на нет. Теперь, если позже пришла с работы, изволь сама приготовить и меня покормить. А я пока новости почитаю. Скажите, где мной была допущена ошибка? Самое интересное, что когда делишься переживаниями с другими женщинами, понимаешь, что такая перемена в поведении мужа – распространенное явление в семьях. Как правильно строить отношения с противоположным полом в браке, чтобы потребность заботиться о своей половине не угасла спустя несколько лет после свадьбы? Может, мне нравится сегодня очень хорошие вопросы. Один лучше другого. Я общее, вот ты правильно сказал в начале программы, есть общие вопросы, да, а кому надо специфически свой, вот позвоните. Я также общее отвечу Ире на вопрос. Почему у женщин так вообще бывает, что, как они считают, мужья садятся им на шею? Потому что эти женщины были воспитаны таким образом, чтобы тебя любили, это надо заслужить. Так родители внушили. Понимаешь, да? Чтобы тебя любили люди, ты должна им доказать, что ты из себя что-то представляешь. Ты должна для этого что-то сделать, заслужить. Женщина выходит замуж, но по первости, да, муж счастливый еще там, в первый медовый, так сказать, период брака, суетится что-то, таскает кофе в постель, цветы дарят не в попад, и вообще ведет себя очень предупредительно и ласково. Но женщина в какой-то момент, ей кажется, или она не уверена в отношении мужа к себе, да, что для того, чтобы ее любили, она должна это доказать. А как она может доказать? Сейчас она будет стирать, убирать, готовить и всячески пытаться угодить. И вот тут вот они начинают меняться местами. Потому что мужчины видят, что она сама бежит впереди паровоза и все пытается сделать сама и взять на себя. Естественно, у нее интерес падает. Друзья мои, если вы перестанете думать, что для того, чтобы вас любили, вам надо что-то для этого делать, вас будут любить вечно. Просто так. Почему, например, жена может сделать мужу ужин? Рассказать тебе? Ну, расскажите. Ну, хочется. Больше ни почему. Любит она его, понимаешь? Хорошо, а почему чаще всего мужьям после свадьбы не хочется сделать жене приятное? Почему? Если это происходит, это кажется каким-то чудом. Ты знаешь, бывают такие истории очень часто, что эта свадьба мужчине кровью далась. То есть это не сразу они встретили, полюбили друг друга. Он за ней долго бегал. Как у нас говорят, ухаживал. А на русский перевести, что значит ухаживал долго? Она долго ему не давала, в переводе на русский это означает. Прости за грубые выражения. Но это правда. Он себя чувствовал унизительно. Она его отвергала. В результате, в силу разных обстоятельств, других женихов нету. Подходит возраст. Родственники, то, о чем-то вначале влияли, влияющие, значит, на ситуацию, сказали, да хороший парень, что ты это самое, жиру ты бесишься. Так одна в девках ты и пробегаешь. Ну и так далее, да. А главное, отношение вот такое душевное. И она говорит, ну хорошо. У нас был вопрос, да, про девушку, которая платонически говорит, а можно взрастить физически. Вот она в себе взрастила. То есть она его не любила, да, но искусственно себя как бы заставила. Ну, в брак вступать надо-то. Ну и сексом придется заниматься, все-таки семья. И вообще терпеть какие-то вещи, которые ей не нравились до этого. Вот. Муж, получив свое, резко теряет интерес. Почему я говорил нашим дорогим зрителям? Если вы знакомитесь с девушкой,
и говорите: девушка, как вас зовут? Она вам говорит: до свидания. Не надо второй раз свой вопрос повторять. Значит, вы просто не ее юноша. Можете вы добиться ее? Ну, можете, да. Если вы там говорливый, с чувством юмора. Харизматичный. Харизматичный, да, вы свое получите. Но ничего хорошего из этого не выйдет. Почему? Потому что ваша девушка вам не скажет «до свидания», когда вы спросите, как ее зовут. Угу. Вот в чем разница. И мужчины, которые прошли через какие-то унижения, в их понимании, их тоже никто не заставлял бегать за этой женщиной, да? Вон полно других. Нет, ему надо вот именно эта проблема, тоже невротиков, чтобы она его не любит, а тут она должна его полюбить. Но когда он получает, все, ему ничего не надо. И тогда он ведет себя совсем по-другому. И многие женщины действительно в браке отмечают. Через некоторое время вот ЗАГСа проходит, и мужчины в своем отношении к жене начинают деградировать. Меньше берут на себя обязательств по дому, меньше помогают, меньше уделяют внимания и так далее. Но мужчины жалуются на то, что женщины не ухаживают за собой. И ну, перестанут да, ухаживать и так далее. Я понимаю. Ну, предыстория, вот если мы сейчас конкретно на этот вопрос отвечаем, в том, что мужчине брак этот тяжело достался. Его долго отвергали. Конечно. А в этих отношениях, понимаешь, в чем дело? Ты тогда уже до конца жизни так себя веди. Если ты хочешь сохранить. Дальше отвергай. Мужчина только рот откроет, а ты говоришь: ты что думаешь, если я за тебя замуж вышла, я твоя, что ли? Ты сейчас завтра пойду разведусь. И тогда можно этот спектакль дальше продолжать. А если нет, то извините, отношение может поменяться в худшую сторону. Уважаемые зрители, мы ждем ваших звонков. Зеленая кнопочка вам в помощь или обычный телефон 499-918-43-78. А пока следующий вопрос от Светланы. Так, видимо, это не тот. Извиняюсь. Я часто сталкиваюсь с мнением, что если пара сожительствует несколько лет и не заключает брак, то это означает, что мужчина не настроен серьезно по отношению к женщине, не хочет брать на себя ответственность и не видит ее в роли своей будущей супруги. Насколько важно в моральном плане официальное оформление отношений? И неужели, если пара прекрасно живет вместе, как муж и жена, любит друг друга, ладит, не ссорится по каждому поводу, но не видит смысла в штампе, это несерьезные и бесперспективные отношения? Ты знаешь, если они оба не хотят ставить штамп в паспорте, то это ни о чем не говорит. То есть они оба любят друг друга, но при этом у них был, естественно, разговор о браке, они сказали: слушай, что-то мне не нравится. А он говорит, она говорит: слушай, я сама ненавижу вообще все эти ЗАГСы, эти куклы на чайке, все вот так уже. Давай без этого. Это одна история. В советское время очень многие диссиденты не вступали в брак, потому что брак в СССР был таким, знаешь, цементирующим существом, как это сказать, инстанцией такой социальной, где ты не могла, вот слушай внимательно, поехать в гостиницу вместе, исключено, никаких домов отдыха, никаких гостиниц. Если вы не в браке, тебя не могут. Ну, вообще ничего нельзя. Ну, как сейчас в Эмираты съездить нельзя? В Эмираты нельзя, да? Ну, у девушки одинокой, например, нет. А, визу с парнем? Визу не дадут. С парнем тоже не прокатит. То есть, ты даже с мужем официально иногда даже не получается. Вот считай, как в Эмиратах, только без нефти и без денег. Вот. То есть, вообще, и ты не могла там, например, квартиру на очередь встать. Семьи у тебя нет. У тебя пятеро детей, неважно, вы же не в браке. Ну и так далее. То есть, государство очень контролировало жизнь людей. И из протеста очень многие не вступали в брак, как бы доказывая государству свою независимость. На сегодняшний день я знаю несколько вариантов, когда люди не хотят вступать в брак. Сегодня это дело личное. Первое. Уже была в браке, и вообще мне все это не понравилось, и рисковать больше не хочу. Второе, то, о чем Светлана спрашивает. Не хочу брать на себя ответственность. Брак влечет за собой материальные обязательства определенные. Например, вот мы живем вместе и обзавелись хозяйством. Дом купили, машины купили, много чего купили, квартиры купили, парочку. Так вот, если мы с тобой просто так живем, мы с тобой, может, 50 лет вместе прожить, у нас, может быть, 10 детей и 20 внуков, вот кто купил, на чье имя, тот и будет владеть, понимаешь, да?
Еще лет 10 назад был такой называемый гражданский брак, и можно было в суде доказать, что у вас реально были семейные отношения, и тогда будет делиться как в браке имущество. Отменили эту статью, нет гражданского брака в гражданском кодексе. И ты ничего не можешь с этим сделать. То есть ты пожила в этом доме 40 лет, да, но так как ты не жена, то дом мужа, потому что он своими покупал, понимаешь, да? А если мы в браке, то все пополам. Да, если один вообще не принимал там никакого участия. Это ответственность. На Западе проблема эта тоже существует. Из-за ответственности браков становится все меньше в Европе. Тоже по этой же причине. Есть страны, начиная с Франции, которые взяли на себя такую форму брака. Это не брак. Это называется, мы ставим в известность мэрию о том, что мы живем вместе. Нам делают скидку на парковку машин, нам могут сделать скидку на налог на землю в квартире, где мы живем, и так далее. Есть такое слово «пакт» по-русски, да? Это французское слово «паксе». Есть такое «паксированные отношения». Это французы придумали. Это мы с тобой не заключили брак, но у нас с тобой такое как бы содружество совместно живущих людей, и мы какую-то бумагу, ну это даже типа мирового соглашения подписываем. То есть там поощряют? Ну, чтобы хоть как-то, да. И государство идет навстречу, тебе делают какие-то скидки, как вместе живущие пары. Более того, это может повлечь за собой какие-то и материальные обязательства. А в браке, например, во Франции, вот ты замуж вышла, да, и не работала 10 лет. И после этого муж с тобой развелся. А тебе 40. Знаешь, что тебя ожидает? Пожизненное содержание. Пожизненное, Кира. Притом там реальный процент, как алименты детям. Я не знаю, не буду врать, 25% от доходов, 30%, не знаю. Но ты представь себе, что у тебя миллионер, а ты с ним 10 лет прожила. И он тебя будет всю жизнь горловой доски тебя содержать будет. Ты представляешь, как люди думают, да, прежде чем вступить в брак. Как-то так. Кираж, глаза загорелись. Не, у меня не загорелись. Шучу. Просто это любопытно. Они Ликса познакомились с парнем в 2011 году. Встречались некоторое время, расстались из-за ерунды. Потом он появился в 2012 году, сказал, что хочет отношений. Общались какое-то время. Потом он сказал, что к нему вернулась бывшая, и нам надо расстаться. Расстались, я очень сильно переживала. Думала, что во мне не так. Пережила. Под новый 2014 год он появился снова. Сказал, что расстался с ней окончательно, хочет быть со мной. Я уже не очень верю, все-таки решила попробовать. Встречались несколько месяцев. Все было хорошо, и вдруг он говорит, что хочет просто общаться. Но потом со временем будут отношения. Я хочу понять, то ли человек просто издевается надо мной, то ли у него какие-то проблемы, которые он никак не может решить и не делится. И почему я не могу просто о нем забыть и ничего не чувствовать? Ведь, по сути, он ничего хорошего для меня не сделал, а какие-то чувства к нему все равно есть. Ну, конечно. Не у человека проблема. Проблема этого человека – это его проблема. Как женщину зовут? Ани Ликса. Ани – это одно имя или четыре? Одно. Ани Ликса? Вот эта бедная Ани Ликса, к сожалению, любит через страдания. То, о чем мы как-то тоже разговаривали. Это и есть ее трагедия. И ее цепляют вот такие мужчины, которые заставляют ее страдать. Почему ей это нужно? Она, чувствуя себя жертвой, жалея себя, начинает вот эмоционально жить. У нее, к сожалению, такая, в ее понимании, полноценная эмоциональная жизнь приходит только тогда, когда она себя начинает жалеть. Поэтому она тянется к этим отношениям. То, что касается этого парня, а что о нем вообще говорить? Какая разница, что у нее в голове? Это же ее проблема. А от того, что с ним что-то не в порядке, это ее проблему не решит. Более того, если его вылечить, он к ней не вернется. Потому что он ей тоже нужен, пока он ее, как она считает, опускает. Если он будет ее на руках носить, ее прямо на руках может стошнить на него. Это так не работает. А многие спрашивают психологов, у нас плохие отношения, а можешь это поменять в наших отношениях, чтобы они стали хорошими? Как правило, нет. Поменять можно у каждого человека в голове, но тогда партнер будет не нужен. Потому что, когда есть два невротика, то они вместе, оттуда, покуда у них есть невроз. Если у них нет невроза, они уже не вместе. Поэтому, к сожалению, это частая история. Есть очень много таких безответных и мужчин, и женщин. Ну, сейчас нам женщина написала. Мужчины тоже такие есть. Когда женщина от них уходит,
как они считают, что ты лучшие себе ищет. Знаешь, какой уровень ущербности у человека? Когда он тебе возвращается, знаешь почему? А потому что ничего лучше он не нашел. Не потому что ты такая классная, потому что ему ничего не обломилось. Твой уровень вообще, вот, ну, такой нелюбви к себе. Все познается в сравнении. Зашкаливающий, понимаешь? Хотя есть разные истории. Есть люди, которые, ну, вот, не могут на одном месте сидеть. И они в поиске находятся. Их эмоции, они требуют постоянно новых вливаний, новых людей. Вот. Ну, там тоже, конечно, патология. Но немножко уже с другим оттенком. У нас есть аудиозвонок. Алло, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Вот это называешь аудиозвонком? Алло, мы слушаем вас. Или не слушаем. Да. Сорвался наш аудиозвонок. Сорвался, да, поэтому я предлагаю идти дальше. Карина, доброго вечера. Я живу с молодым человеком 2 года. Считаю, что в целом мы подходим друг к другу. Но в последнее время стала замечать неприятную вещь. Молодой человек регулярно пытается меня в чем-то обвинить. Не глобально, но по мелочам и каждый день. Он не скандалист и вообще спокойный человек. Но этот постоянный обвинительный гул с его стороны ужасно раздражает. Я пыталась с ним разговаривать на эту тему, но он, такое ощущение, не понимает даже, в чем проблема. В его интерпретации это никакая не тенденция, а просто он каждый раз так высказывает свое отношение к моим действиям и поступкам. То есть приходит с работы, выдает мне суточную норму обвинений и живет спокойно дальше. Как быть, если мне дорог молодой человек, но такое отношение злит все больше и больше? Не, ну понятно, что с ним уже никак не быть. Почему он так делает? Это провокация. Молодой человек заставляет таким образом своего партнера эмоционально реагировать. Например, такое часто случается при историческом неврозе. Когда у меня эмоциональное напряжение, мне надо к тебе придраться. Зачем? Чтобы ты рот открыл и начала орать. Тогда я успокаиваюсь. Вот то, что этот механизм, который этот молодой человек, да, реализует, он направлен на то, как зовут нашу девушку? Карина. Карина. Чтобы Карина начала выходить из себя, начала, не знаю, кричать, плакать, как-то реагировать. Тогда он спокойный, довольный, пойдет спать. Карина уже на грани, да, это уже ее раздражает, это уже становится для нее тяжелым, но она еще по-прежнему говорит, он еще дорог мне, я еще не готова с ним рвать. А вот дальше будет интересно, если Карина человек здоровый, конечно, она соберет вещи и пойдет. Если она тоже невротик, она будет играть в эти игры. То есть обвинения станут взаимные, скандалы станут обоюдные, и так у нас живет куча народа. Я тебе не рассказывал, как-то лет, наверное, 20 назад я гулял с друзьями по смотровой площадке на Ленинских горах. Ты там была? Ну, конечно. А ты знаешь, что там происходит обычно? Попойки. Свадьба. И вот эта незабываемая картина, когда невеста в белом платье и в фате, она уже невеста, она же жена, они из ЗАГСа приехали. Он в черном костюме, в белой рубашке и в лакированных туфлях. Это первый день брака. И слышишь... Ты куда, сука, пошла? Только вернулся, я сказал. Они еще трезвые, они еще не выпили, но не читают шампанского ЗАГСа. Думаешь, что их дальше-то ожидает в семейной жизни? Вот так вот невротики встречаются, ты знаешь, они что, идиоты, зачем они женились? Вот здоровому человеку это не очень понятно, да? А они думают, что вот это их жизнь такая, на них так же орали дома, они к этому привыкли, это их родное. И это их не смущает, Кира, это первый день их семейной жизни. Поэтому вот чем здоровые люди отличаются, они все-таки от этого уходят. Это никто не убережен, да? Мы можем ошибаться, мы можем не с теми людьми замутить и так далее. Но мы можем уйти, а не жить, как наш первый, да, зритель написал, 20 лет я так живу. Ну, понятное дело, что ему нравится так жить, как бы он ни жаловался. А невротики друг с другом могут прожить всю жизнь? Да. Знаешь почему? Я же рассказывал. Но напомните. Жизнь короткая. А, прекрасно. Пока нам готовят результаты голосования, предлагаю последний вопрос Владимиру. Давай. Вспоминаю школьные годы. Помню, тогда еще заметил, что девушкам не нравятся скромные и застенчивые парни. Пусть они порядочные, на них можно положиться, но они как будто для них не существуют. Девушек гораздо больше привлекают дерзкие, нагловатые и хулиганистые парни. Почему так? 100% абсолютно согласен. Ты понимаешь, что такое стеснительный парень? Парень, который боится. Интересно, где таких женщин найти, которые любят мужчин, которые боятся?
Ир, ты любишь мужчин, которые все боятся? А кто их любит? Мужчины, которые боятся. Вам один совет. Идите к психологу, решайте проблемы со страхами. Пока вы от страха не избавитесь, у вас будут, или такие же ущербные девушки, которые сами, как гениально сказала Коренева в этом фильме, я такая вся внезапная и противоречивая. Вот. Или не будет никого. Потому что женщины, они то, что наглых любят, они любят мужчин. Уверенных. Ну, конечно, с наглостью ассоциировать, хотя не обязательно. Но человек, который стесняется и боится, и такой скромный, это говорит только о том, что что-то боится. Больше ни о чем. Конечно, женщины таких не хотят. Чего бы им вдруг таких захотелось-то? Угу. Странная идея. Хорошо, а девушки какие чаще всего нравятся? Можно вот как-то? Я тебе приведу конкретный пример. Я много лет назад делал типа службу знакомств при консультации. И мы с товарищем решили посмотреть, как они вообще работают. И ходили в разные, смотрели. И пришли оба, не сгорались к одному мнению. Выигрывают, знаешь, какие? Те, которые такие, с драйвом, эмоциональные. Те, которые в знакомствах не сидят вялые, не умирают, да? А те, которые берут, как говорится, быка за яйца. А почему живут тогда? Типа, давай поговорим. Сразу скажи, как тебя зовут? А что тебе нравится? Вот что ты любишь делать, а? А ты летом куда собираешься поехать? И они такие, знаешь, одеты так достаточно открыто, они не застенчивые тоже. Они такие, и у них энергетика есть. И они цепляют, независимо от внешности. А такие вялые, которые сидят, говорят, да. Мне тоже этот фильм очень понравился, вы знаете. Это вообще в никуда. Нет, хорошо, но живут именно с такими? Живут с разными. Живут-то с покорными? Не-не-не-не-не, живут с разными. И там немножко другая история. Нет, мы говорим сейчас про знакомство, да? Брак немножко вообще другая тема. Там немножко разные критерии для этого нужны. Для брака одни, для знакомства другие. Вот если ты хочешь не потеряться в толпе, да, то тебе надо что-то из тебя, вот энергия шла. А когда у тебя энергия вся закончилась, и ты сидишь томно, молчишь и смотришь в потолок, это не цепляет. Что у мужчин, что у женщин. Одинаково. Угу. Ну что ж, давайте узнаем, как ответили наши сетезрители. Вы бы как ответили? Ты мне вопрос напомни. В отношениях с противоположным полом вас больше волнует материальный вопрос, взаимопонимание, секс, возраст, мнение вашего круга. Я думаю, меня волновало бы взаимопонимание и секс. Ну что ж, давайте посмотрим. Все волновало, хотелось бы. Вот видишь? Да. И секс на втором месте. Наши сетезрители с вами солидарны сегодня. Обычный гражданин, видишь, попал. Взаимопонимание 68%, между прочим. Давай через программу, только не забудем, друзья мои, у нас следующая программа ответа на вопросы, которые мы сегодня зажали, а через давай тогда про взаимопонимание. Хорошо, Михаил, пару финальных слов, советы, может быть, какие-то рекомендации. Вообще, когда я думал перед этой программой, что будут спрашивать, как познакомиться, да, что такое противоположный пол, общение с ним, да, как подойти и как завязать, вообще ни одного вопроса. Нам звонят люди, которым уже не 20 лет, многие из них братья и так далее. Друзья мои, живите свободно, живите независимо. Если вас не устраивает ваши отношения, уходите из них спокойно. Не надо быть жертвой, не надо 20 лет терпеть. Мне что-то запало там первое сообщение. 20 лет жить в браке, говорит, на мной еще и теща издевается. А зачем? Можно жить нормально, никто над вами издеваться не будет. Вообще чувствуйте себя свободными. Кроме всего прочего, тоже это прозвучало. Не думайте, что любовь надо заслуживать. Вас должны любить просто потому, что это вы. Но вы должны любить себя тоже просто так, потому что это вы. А не потому, что вы что-то из себя представляете.